Всем привет. Выбираемся опять в лес. Поедем на наше, так скажем, уже, можно сказать, частично родное место. Посмотрим, попробуем рябчиков пострелять. Ну и тетерок, наверное. Тетеревов постараемся. Посмотрим, что из этого выйдет. Все, приехали, вышли в лес. Сейчас начнем процесс. Намазались кремом, потому что что-то мошка откуда-то взялась. Вроде вчера не было, а сегодня появилась. Ну, родилась. Вчера родилась, ночью сегодня. Очередной привал. Что-то это прошли в обратную сторону. Только куропатка где-то залетела там далеко. Еле слышно было. И все, что-то, не знаю. Рябчик так вообще ни разу за сегодня не отозвался, никогда такого не было. Рябчики закончили, или зиму что ли не пережили реально, да? Не пикающая, она мерзлая была. Угу. Ну зато заяц глухарем хоть есть. И куропатки. Ну только что-то мало в прошлом году прям, да, стали такие здоровые. Че огромные. Тетера даже ни одну не видели сегодня. Прям странно. Да тут как на озере, да? То есть, то нет. Ну не знаю, значит за зайчиком сюда можем его сгонять. Если такой большой был, так, наверное, и потомство уже где-то бродит у него тут рядом. А так здесь лось у нас ходит с прошлого года с лосенком. Но у нас лицензию сложно на него получить. Практически невозможно. Да, практически невозможно. Так бы лосика забрать было бы вообще хорошо. Но нельзя. Вот можно было бы на охоту не ходить. Некуда было бы мясо класть. Не знаю, сейчас пойдем, уже будем собираться, да в обратку идти домой. Может, что по пути и получится еще. Надежда умирает последней, как говорится. Тишина. Хорошо. Даже ноги дрожать, с привычки. Ну, конечно, столько ходить. Сколько километров? 25, наверное, прошли опять, 27. Может быть. Все равно легче, чем по снегу. Ну, по снегу здесь вообще что-то жопа была. Я как вспомню, я уже думал, не выберусь. Так, ну что, Кирилл, с полем тебе. Еще два ряда. Синичка. Там вот, да. Че? Петушок взяли. Трофейный. Тут еще вот два сейчас оползем. По времени уже думаю найти. Попробуем. Ну, какая красота, какие камушки. Только речушка эта что-то пересохла. Раньше она была такая глубокая. Сейчас что-то, видимо, слишком лето было жарко. Знаешь, что самое интересное? Я его стрелял на берегу. А? Можно и по этим. Я его стрелял на берегу, а он еще отбежал, сколько получается, 4 метра, да? Ну, да.
Потому что я слышу, барахтается, а не вижу на берегу-то его. Я-то думал, что... Рассказывай. Че, вот только взяли первого, тут второй объявился. Получается, через речку сюда стрельнул. Взял этого и с берега слетает, короче, еще один, блядь. Сейчас попробуем еще третьего добрать, а уже домой надо, короче, его с время поджимает. Не знаю, что, погнали? Погнали. Че там посмотрел? Она вроде нормальная. Окно нормальное. Мы же ее пили уже. Я просто боюсь обдрестаться. Да что тебе обдрестаться-то? А хер знает, сколько фильтрации прошло. Достань кружку. Слышишь? Ты меня снимаешь? Да? Да. Так что, слышишь, может сразу здесь рябчиков почистим, заодно и вымоем их? Давай, да. Почистили рябчиков. Ну, он Макс дочищает. Сейчас, все, наконец-то двинем к дому. На электричку опоздали. Потому что мы, когда пошли, оказалось, подняли двух вальшнепов. Два, три. Три было. Вот. Вообще не ожидали их, конечно. И это, к сожалению, один под ранком ушел. И что-то вот искали, искали его, короче. И нахрен ни на поезд, никуда везде опоздали. Не знаю, сейчас, может, по пути еще чего-нибудь встретим. Ну что, все. Идем домой. Что-то мы сегодня топнули, наверное, километров 33, да, по-моему, да? Больше даже. Ну, короче, до хрена мы сегодня. С непривычки, да, к подотвык тяжко. Еще, да, еще грибов нахрен нагрузили. Так что, ну, не зря сходили, отдохнули, считай, зайца. Видели. Глухаря. Глухаря, да. Ну только далеко от херово, что он. Два рябчика взяли. Ну и вот жалко, что один подранок вальшник ушел. Ну так, все равно. Отдохнули. По кайфу. Завтра продолжение. Ну да. Ну все, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Чуть забыл.